Ну, погодьтеся, без фахівця не розберешся ані з реверсивним рухом, ані з можливими нововведеннями, які чекають на містян на час ремонту мосту. Отже, не будемо плодити зраду. Розпитаємо обізнану людину. Наш гість – старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Олександр Коріш. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы с вами вместе посмотрели, по крайней мере, часть сюжета, пока вы заходили в студию. Ну, вот аврал, реально. Водители, кто померковано, а кто и включает ненормативную лексику, говорит, ну, это ужас. То есть главная артерия, и так она, собственно говоря, изо дня в день часто в пробках. А теперь, вот как будете с этим бороться? Да, очень, конечно... Я не знаю, порадовало, удивило человека, что он на украинском, как он был, фахівець ПДД, потому что, ну, по факту, любой человек, который получил правила дороги, получил свое водительское удостоверение, уже считается, опять цитирую, фахівець ПДД, потому что, ну, спец, знаток и прочая информация. Получилось так, что хоть и давно знали, что уже ремонт моста будет перекрыт частично, вот с этого числа, с 7 на 6, да, ну там не получилось из-за погодных условий, но тем не менее, все равно вовремя не получилось закупить нужное оборудование для реверсированного движения. И поскольку ремонт моста нужно продолжать, потому что есть сроки, его нельзя остановить, перенести на другой месяц, на другой год и ждать, пока закупят все нужное оборудование, местным властям, которые у нас отвечают за дороги, мосты, и за прочую структуру в нашем городе, пришлось найти вот такое решение. То есть они перекрывают... Сейчас это, да, это не реверсивное движение, то есть это движение транспорта, которое регулируется временными дорожными знаками, которые дорожная служба выставляет, и полиция в этом на время перекрывает движение. В 7 часов утра выставляются дорожные знаки, меняются... И в 3 часа дня, то есть, соответственно, с 7 до 3 у нас идет направление, две полосы движения идут с левого берега на правый, а после 3 и до 7 утра иду с правого на левый берег, чтобы разгрузить дорожную обстановку в городе. В сюжете прозвучала фраза, что будут установлены светофоры. Как это будет сделано, где они будут стоять и главная их функция? То есть, вот давайте нашим телезрителям расскажем, потому что... Ну, славянский менталитет. Там не закупили, и тут еще не установили, но уже мост перекрыли. Итак. Да, возможно, в этом есть какая-то небольшая проблема, но это скорее мелкие сложности. Потому что светофоры, просто чтобы их закупить, необходимо провести тендер. Это время занимает. И поэтому муниципальные власти не могут так выделить просто деньги и закупить их у первого попавшегося. Это занимает некоторое время. Как мы предлагали, и нам предлагали, ну, муниципальные власти, то есть приходят, когда и предлагают свою схему организации дорожного движения, мы ее узгоджуем по-украински, то есть погоджуем, по-русски, простите. И тогда, чтобы это было безопасно для всех участников дорожного движения, соответствовало законам и правилам дорожного движения, выставляются данные знаки, светофорные объекты и наносится разметка. То есть это все происходит с полицией, должно быть подтверждено. И нам было предложено, ну, некоторые варианты, которые должны быть, но окончательного варианта еще не было. То есть, когда человек выезжает на мост, прям непосредственно перед началом реверсивного движения устанавливается знак 5.13 и наносится разметка 1.9, прерывистая, в которой указывается красный крест, находится, который светится, и стрелка указывает, разрешает движение по реверсивному движению. Когда светофор данный выключен, это надо запомнить нашим всем жителям города, потому что я прекрасно понимаю людей, которые всю жизнь ездили в Днепре и никогда не видели такой светофор. То туда въезд запрещается, потому что с другой стороны так же самое едет человек. Но светофор это все предусматривает. Вообще по правилам предусмотрено, что он только при въезде и при выезде есть. Он с двух сторон горит. То есть с одной стороны горит зеленая стрелочка и красный крест. И с другой так же самое. Ну, мы еще предлагали вариант, чтобы уже окончательно убрать аварийность, еще и по центру его поставить, но это уже на усмотрение наших властей. Местных властей. Да. Смотрите, очень важный момент, касаемый работы полиции. Итак, моделируем себе ситуацию, дорожно-транспортное происшествие. К счастью, без пострадавших, так называемый металл. Сколько времени по нормативу вы должны, как быстро оформить это ДТП и
возобновить движение? Как можно быстрее. Но это уже принимает на месте решения полицейский. И это зависит еще от участников дорожного движения, как они быстро тоже сориентируются. Потому что полицейский сам не будет садиться за руль и передвигать, убирать их машины. Как правило, если происходит что-то, нужно очень быстро убрать, то... Ну, замеры в любом случае мы быстро стараемся как-то сделать. Да. Это бывает такое. Но бывает... проблемные ДТП, когда человек, ему кто-то посоветовал, он вызывает адвоката, вызывает юриста, говорит, что он никуда с места не сдвинется, пока его все здесь не оформят, так как хочет он, а не даже по закону. Но вообще, как можно быстрее? Замеры делаются, если не успевают даже замеры, просто баллончиком, где стоят колеса, как стояли автомобили, делается фотовиксация со всех четырех сторон лучше всего. И все, и машина убирается. Дальше уже происходят замеры с рулеткой, с понятыми, все как должно быть. Давайте поговорим о полосах. В сюжете прозвучала фраза, что они должны быть прерывистыми. Мы увидели желтый цвет, и они сплошные. То есть ли какое-то здесь нарушение? Здесь никакого нарушения нет. Это абсолютно другая разметка. Это разметка 1.1, нанесенная желтым цветом, потому что это временная разметка. И у нас, поскольку нерегистрированное движение, у нас просто есть три полосы, которые, как я уже говорил, две в одну сторону идут и одна в другую. И потом, соответственно, меняются на протяжении дня. Все останавливаются, эта полоса становится, никто по ней не едет, все выезжают и потом меняются. И, соответственно, когда будет у нас выставлено светофоры и поставлено реверсивное движение, всех об этом уведомят, не стоит никому переживать, то тогда будет разметка заменена на 1.9, то есть прерывистая разметка, двойная, будет нанесена прямо по центру. Давайте по поводу рекомендаций всем тем, кто садится за руль и так или иначе хотя бы раз в день пересекает левый берег на правый берег. Рекомендации от патрульной полиции. От патрульной полиции и от меня тоже лично могу сказать, что в первую очередь нужно быть взаимовежливыми. Это прописано и в правилах дорожного движения, и это просто для себя. Потому что люди, когда едут с утра, они спешат, когда вечером они уже уставшие. И все пытаются приехать быстрее, им не нравится, когда кто-то перед ними перестраивается и, извините за выражение, встает перед ними. И поэтому возникают у нас много тоже ДТП. Люди просто друг друга не понимают. Понимать друг друга, пропускать, входить в положение и в первую очередь и в главную не нарушать. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу, нагадаю, що у нас у гостях був старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Олександр Коріш.